Трудно представить, но до середины 20 века в Благовещенске было очень много животных. Регулярно проводили перепись. В 1910 году по результатам этой переписи выяснилось, что в городе 2104 собаки, хозяйские собаки. Каждый владелец собаки платил тогда специальный сбор. 2000 рублей в год, если пересчитать на наши деньги. И за это, уплатив этот сбор, получал жетон для своей собаки. Как выглядели собачьи жетоны? Спасибо Руслану Башмакову, он согласился их показать. А Руслан Башмаков – председатель общества коллекционеров Амурской области. Руслан, покажите, пожалуйста, ваше богатство. Ну, наше богатство такое. Дело в том, что регулированием распространения этих жетонов, то есть регистрации собак, занималась Благовещенская городская управа. Каждый год выпускались жетоны разной формы, чтобы их отличить. Ну, в принципе, это делалось, наверное, чтобы обыватели, владельцы собак не могли уйти от налога, который взимался ежегодно. Потому они имели разные формы, обязательные номера регистрационные у каждой собаки. И если у собаки не было такого жетона, ее отлавливали, ее тащили на колбасу сразу же. Прямо на колбасу? Прямо на колбасу. У Федора Чудакова даже есть рассказ, фельетон вот по этому поводу. На Графской поймали собаку, у нее не было вот этого жетона, ее утащили в колбасный цех. Когда терялся такой значок, хозяин этой собаки обязан был дать объявление в газете, буквально как об утере паспорта. Нашедшим собачий номер 16 прошу считать его недействительным. А после того, как это объявление было опубликовано, хозяин вынужден был покупать новый собачий значок. Где их находят обычно? Где-то в огородах, где-то в старых домах. У коллекционеров они всплывают. Они очень редкие, потому что их было довольно-таки мало. Ну, по отношению, допустим, к тем же монетам. Да, то есть на чердаке такой жетон не найдешь? Нет, собаки теряли. Видите, вот отломанные даже. Если собака там где-то гуляла, отломала его. Оторвала и все. Да, оторвала и все. И хозяин опять-таки размещал объявление в газете, что об утере. Угу. Ну, это как головная боль была довольно-таки. Но вот если хозяйскую собаку вдруг отловили, как бездомную, и у нее не было номера, 3 дня ее держали, можно было выкупить, заплатив еще рубль, 1000 на наши деньги. В 1909 году Амурское общество охотников организовало выставку, и там была целая коллекция собак. И 2 звезды среди этой коллекции. Белоснежный шпиц миллионера Лукина, он получил серебряную медаль. И нечесанная, немытая лайка охотника Лалетина. Ей дали золотую медаль, потому что на охоте однажды она спасла своего хозяина от тигра. Хотя всего лишь лайка и неухоженная. Освобождались от уплаты собачьего налога собаки, которые сидели на цепи, сторожевые. Вот такая история.